Нет, робот, робот! Не могу попасть в него. Да пиздец! Тоже, да, попасть не можешь. Я аж вплоть до того, что способность заюзал, чтобы с автоматикой стрелять. Ни хрена не попадаю. Так, надо дверь смерти сделать. О, три робота, да! Где? Ой, я упал. Они не упал, а в смысле? А чё я не умираю? Дэн, 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 смотри, куда я упал! А, вижу. А чё, как вылезти отсюда? Да, блять, на тебя отвлекся, меня робот убил. Блин, позиция была бы ещё нормальной. А чё делать? Я застрял! Да. А, да? Что ты знал? А, взорвался. Лорд, блядь, беги, беги, я появлюсь на тебя, там двое, там много, беги. А, взорвался на растяжке, идиота, кусок. Ой, растяжка залетает, отвечаю. Ой, блядь, их там много, пиздец. А, твоя мина просто. А, зашла, да? Залетела моя растяжечка. Вижу, он упал к тебе вниз. А, взорвал одного на растяжечке. Ништяк. На крышу двое забралось, блядь. Ты серьезно, чувак, в уши, в глаза долбишься? Просто прошел мимо меня и не заметил даже. Адекватно вообще нет? Че, сверху? А ты на карте видел, благодаря моему скильчику. Блять, тут граната, тут граната! О, кто-то взорвался на растяжке. Да, блять, че ж так неудобно, ты ебаный в рот. Где, блядь? А, понял. Я одного забрал растяжки. Сосать. О, да, собака, полудурок, рядом со мной на моей же растяжке взорвался. Чё, я тебя подорвал? Why are we still here? Just to suffer. Every night. Да в смысле я не попал? Понял, да, я не попал, просто ракетницы впритык, собак. По-моему, блядь, взорвал. Да, нифига здесь у вас, товарищи! Тир в жопу! Слева! Справа! Это слева, блядь! О, взорвался один на растяжке, красавчик! О, еще один раз взорвался на растяжечке. Красавчик. А даже двое, походу, взорвались на растяжке. Или что ему? Народец. Народец. Люди. У меня трое! Я двоих убил, собака. Бать, я троих тоже. И я взорвал на своей же, короче, гранате сдох. Шоковой. Ну, трое вижу на карте. Сейчас подсвечу. На карте показывай. Ёбаный! Ну, как на растяжечке взорвался, козел. Ну, растяжечку, пожалуйста. О, еще один взорвался на растяжке. Красавчик. Дура, блядь. Тупой Али! Вот этот тупой момент сейчас был, я потом вам покажу. А, взорвался, козел! Двоих забрал на растяжке, да, Дэн? Да. Красава я. Но, блин, третьего не убил.
О, Дэн, смотри, сколько их там. Ебать. Нормально мы собрали. Дружище! Собака козел, и козел. Это было на удачу. Да сдохни ты, падла. А я не попал. Ну чё нас тут огнеметами решили выжечь? Отдурили что ли, козлы? О, вот это красивый был снаряд. Просто на шару. Ну я попал. Ништяк. Растяжечка работает. О, ништяк, растяжечка работает. Падла, он прям в тайминг зашел и меня взорвал. Козел. До свидания, родной, как болтовочка залетает, отлично. Отлично залетает болтовочка. Отвечаю сейчас. Ладно. Ну я еще одну поставил. Дурные. Он одну взорвал, короче, а он не ожидал, что я следом еще одну поставлю. Бор, давай на тебя. Красиво. Да. О, два хедшота подряд. Не понравилось, дослон. Ой, фак. Как это весело. Лор, впереди у тебя есть враг. Тут два врага. Еще один, да. Чего, блин? Что за лазер? Да, нормально. А что, куда ракета исчезла? Испарилась. В атмосфере. Тоже, да? Дарт Вейдер сзади вышел. Руби, падлу! О, блядь. Как он меня слышит? Козлы. Да пиздец, ну бля. Ой. Не, Йода-Марин, слушай, нормальный чувак, вообще. Не, Йода чем хорош, тем, что на него попасть сложно.
Красота, красотища. Нормально мы их обоссали. Уходите, мы вас не звали. Двери перед лицом закрыли. Я вас не звал, идите там. Вы кто такие? Не, Йода, слушай, Йода красавчик, я сейчас за Йоду вообще нормально рассказываю.